Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наш новый министр иностранных дел Андрей Сибиа в соцсети Twitter, сейчас он называется X, никто его X не называет, но неважно. Да, так вот он в Твиттере написал о том, что, послушайте, цитата: «Країна, що захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, не може бути обмежена у захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя». Let Ukraine strike back. Да, то есть дайте let Ukraine strike back, это дайте Украине ответить. Да, ни одна страна не может быть ограничена в защите. То есть это статья 51 ООН. Ну вот, теперь давайте посмотрим на это дело немножко с другой стороны. Наши дорогие партнеры не дают нам возможности бить дальнобойными ракетами в ответ на российскую агрессию. Причем Украина же никогда в жизни не бьет по гражданским целям, как это делает Россия. Мы бьем по военным целям, естественно, ракетами вот этими дальнобойными, били бы, естественно, по, прежде всего, аэродромам военным российским, да, что не вызывает абсолютно никаких вопросов с точки зрения морали и законности, да. Но тут еще один момент, посмотрите, когда Иран, либо же Северная Корея, союзники России, передают России свое оружие, скажите, они хоть каким-то образом ограничивают ее в использовании этого оружия? Да ничего подобного. Вообще, пожалуйста, используй, лупи куда хочешь. А вот наши, дорогие партнеры, не дают этого делать. Более того, посмотрите, что получается. Ведь в тех ракетах, которые сегодня использует та же Россия против нас, это Искандер, прежде всего, Кинжал и так далее, есть довольно большое количество западных, прежде всего американских, деталей. И тут же, те же Соединенные Штаты, ну, как-то вот не очень смущены, или я не знаю, может, они и смущены, может, они даже озабочены, а может, даже очень глубоко озабочены тем фактом, что ракета, содержащая американские детали, летят по Украине. Но такими же ракетами американскими бить в ответ по России мы не можем, нам нельзя. Ну, это так просто, как говорится, к слову. Да, и вопрос, у кого какие интересы в этой всей истории? Вот это самое интересное. Ладно, не будем о грустном.